Состояние проездов и парковок во дворах областного центра требует к себе постоянного внимания со стороны дорожников. Большое количество автомобилей, неблагоприятные погодные условия – основные факторы, которые способствуют разрушению ухоженного вида дорожного полотна. Так случилось и в уютном дворе по улице Шоссейной. Некогда ровная дорога и аккуратные парковки со временем приобрели совсем неподобающий вид. А потому было принято решение привести все в порядок. Благоустройством двора занялись специалисты Брестского ДЭП. В данном дворе проводится работа по замене бортового камня дорожного. Также будут заменены проезжая часть асфальта, асфальтовое покрытие. И тротуары также будут из асфальтобетона. Ливневая канализация, соответственно, тоже имеет вопросы по очистке. То есть тоже нашими силами Кубрецкая ДЭ проводится ее. Где-то перекладываем на новые трубы, перекладываются. Ну и очистка самой системы. С любой проезжей части надо всегда убирать воду, потому что она при смене температуры, как зимой на ноль переход, она разрушает асфальтовое покрытие. Если воду не убрать с проезжей части, будет быстро повреждаться дорога. А потому специалисты Брестского ДЭП стараются сделать все не только быстро, но и качественно. Ремонтные работы здесь начались не так давно, на прошлой неделе. Уже сделано немало, но впереди еще много работы. К слову, такой же фронт задач выполняют дорожники и на территории 3-го заводского переулка. Но не только дворовые территории сейчас благоустраивают специалисты. Немало работ у них и на городских улицах. Фартечная – одна из них. Из-за замены здесь коммуникации котельного хозяйства, то вот, как говорится, Красногвардейскую заасфальтировали, а эту Фартечную оставили чуть попозже. Вот сейчас доделываем, как говорится, доводим до ума уже Красногвардейскую и этот съезд по Фартечной. И сейчас вот выравнивающий слой, и поверх уже будем. Вот сейчас верхний переходим. Поставили дополнительно ливневой дождеприемник, ливневой, потому что здесь все время проблемное место было, все время вода стояла. И вот сейчас уже вытянули выравнивающий, сейчас по нему будем верхний ложить. Все работает в штатном режиме. Планомерно осуществляется асфальтирование и благоустройство дворовых территорий, а значит, градус недовольства жильцов состоянием дорожного полотна в своем дворе сможет понизиться.